добрый день, ну вот вы сейчас интересную историю такую рассказали. Ну и вот расскажите, пожалуйста, для наших зрителей, чтобы люди понимали, что бывает такое, что это не сказки. Да, действительно, не сказки. У меня кот, он шотландец, ну, то есть специфический довольно-таки, не дворовый кот. И у него начались проблемы с шерстью. Ну, то есть он начал прям выпадать, прям так вот конкретно. Не одна-две пушинки, а нормально. И, ну, кормила разными кормами. Все, естественно, популярные там не буду называть. Премиальные корма, то есть пакетики мокрого по 80 рублей за пакетик, естественно, там в котором 80 грамм. То есть, ну, и действительно. И, ну, я очень скептически, конечно, относилась, потому что, ну, как кошка без мяса, ну, как это вообще такое может быть? Ну, имейте в виду скептически, когда наш корм веганский, сыроедный, брат. Да, потому что, ну, я не могла поверить, что, ну, во-первых, что он есть его будет, потому что, ну, как кот без мяса. Ну, хотя он у меня ест там и водоросли какие-нибудь сушеные. И вот я купила месяц назад, спустя 2 недели, ну, то есть, ну да, у него как бы лезет, так чуть-чуть, там, 2-3 пушиночки вылезает, все, то есть, ну, кот на глазах, он, у него шерсть начала лосниться, и он перестал действительно выпадать, это прям, ну, для меня удивительно, и поэтому вот я пришла еще за кормом, и спасибо большое за ваш. Здорово. Скажите, а какой вы брали, обычный или крупный гранул? Обычный брала. Не крупный, просто обычный. Ему очень нравится, он ест прекрасно просто. Ест, с учетом того, что раньше он сухой не очень сильно ел, он больше вот мокрый предпочитал там в пакетиках, а сейчас этот ест, ну, прям мокрый вообще никакой уже практически не трогает. Я ему чуть-чуть, конечно, кладу, ну, как баловство, но вот сейчас собираюсь купить, вот вы посоветовали там спирулину вот этот, чтобы он, ему нравится просто мокренькое что-нибудь такое сочное. Вот. Дополнительно спирулина. Можно, а вообще у нас есть еще крупный корм, он как бы для проблемных кошек, но дело не в том, что проблемный, а там более такой сильный по витаминам и так далее состав, так что можно попробовать и его. Он... Тогда да, я сейчас возьму и такой, и просто буду, допустим, по чуть-чуть и того давать. Все, спасибо большое. Всего хорошего, рады очень, всего хорошего. Расскажите, пожалуйста, вот интересную историю вы сейчас рассказали, брали продукты и про кота. Ну что за кот, то есть знакомых ваши и что с ним было? Мой кот, наш кот, да, домашний, ну как-то плохо себя чувствует и ходит в туалет вот вместе с кровью, у него кал вот и запах очень сильный такой вот интенсивный. Вот, ну я же говорю, вчера взял вот это маточное молочко и вот этот корм крупный вот. Да, 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 ваш корм. Мы им и кормили, было все нормально. Потом он закончился, ну, пока вот период был, вот, чем-то же надо их кормить. Взяли обычный какой-то корм, ну, нашли там какой-то получше, там, беззерновой, там, что, без глютена. И вот начался запах, и с кровью кал, вот. Вчера взял вот эту четвертинку этого маточного молочка, вот этого, дали коту. И корм вот этот крупный, который вот. И все, сегодня утром уже все, и запаха нет, и кал чистый, и без крови. То есть за один день вот такие изменения? Ну да, вот, за ночь, так сказать. Ну, очень рад, благодарю за такой отзыв. Очень от людей много приходит подобных, и вот мы сейчас собираем, будет видео потом. Продолжайте в том же духе. Благодарю.